просто фрукт, да? Интересно. Тут нападало его целый куча, он такой. Его едят, не едят. Куда-то применяется. Смотрите, сколько их тут. Это просто тьма. Ё-моё. Как много вот такое дерево и под ним все это дело. Или кто-то накидал просто их. Вот такие вот интересные какие-то. Твердый. Интересно. Что за фрукт? Что Феодосия? Она такая. Тут, короче, центр самый, да, я так понимаю. Так, Аркадия, все такие какие-то греческие. Греческие, римские мотивы. Здесь такая тулочка. Мы сейчас будем проходить через. Берегись поезда, написано. Железнодорожные пути. Первый раз перехожу, сколько лет железнодорожные пути. Или переходил недавно. А здесь да. Вот я про вот такая штуковина. Круглая. Интересная. Можно даже тут по ней походить. Смотрите, какие двери древние. Насосная станция называется. И здесь смотрите, что творится. Голубята ёхарные. Смотрите, вот здесь их, а здесь еще, смотрите, их еще больше. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, как все творится-то. Ой. Они вот тут, какая-то речка тут впадает. Вот. И они, короче говоря, ну, тут попахивает, честно говоря, чем-то. Их тут мать мусия, вон рыбаки. Смотрите, вот. Тут тоже наверху сидят эти голубя или голуби. Так, как мне тут обратно доскочить? О. Хорошо ноги длинные иметь, можно так вот заскакивать. Откуда у вас столько много-то, а? Ё-моё, вот там даже утки есть, и уток здесь сколько, видать, их здесь кормят. Просто какие-то чудеса. Смотрите. Ой. Можно даже на камушек залезть. Ух. Уток. Вот наши охотников. Здесь нету наших охотников. Смотрите. Их, видать, разводят. Что ли? Здесь. Прикольно, да? И голубей вон сколько. Вот она, Феодосия, какая странная. Но я видел такое подобное, что-то тоже было. Много голубей, каких-то уток в Симферополе, в парке. Но здесь, по-моему, еще больше. Пришли вон. Пугают птичек. Они взлетают от этого.
Сколько там их, а? Тут тоже сидит. Смотрите, что творится. О, боже мой. Закинула. Так вот. Вот такой цирк здесь. Смотрите, сколько тут этих уток. Вот она набережная. Я бы все. Люди просто так вот сидят здесь. Утки тоже плавают. Такие прикольные какие-то цветы здесь. Красный флаг горит. Просто пляж закрыт. Есть здесь такие зоны. И посидеть тут, видать, фонтанчик еще. Там камень какой-то. Подойдем к нему. Подходим к этому камню. И надпись: Феодосия, Кронштадт, города побратимы. 2010 роз. Вот тут еще. Вот эти розы. Растут. Здесь цветочки вот такие посажены. Прикольно, прикольно. Разные всякие. Проход на пляж, что ли, такой. А устрицы ели? Крымские устрицы. И там вот, смотрите. Видать, такие навесы или там делают под ним. Загорают. Тут я смотрю, горки какие-то, типа аквапарка. Здесь селфи-зона. Вот такая вот сердцем. Веранда. Кафешка, да, ресторан. Здесь такая, делают разные напитки. Взяли шоколад и какао. Ассортимент у них всякий широкий. Что тут продают? Здесь рыбаки. Вон их сколько тут. И там тоже рыбачат рыбу. Что вот здесь какое-то местечко такое прикольное. Смотрите, здесь типа картины Айвазовского, да? С QR-кодами. Во какие. История, моменты истории. А здесь памятник генерал Петр Котляревский. О, смотрите. Красиво сделан, кстати. И тут, смотрите, какая. Как это называется? Смальт, плиточка. Прикольная, да? Так вот вокруг все. Типа ковер, да, это. Цветы лежат. Да, интересно. Статуя, памятник. Такой живореалистичный. Да, все там есть. Все на месте. Генерал Петр Котляревский. Он когда-то давно жил. Если у него вот такие погоны при царе еще. Человек.
Вот это прикольно, да? Ни на одном не видел памятники, чтобы так вот плиточку цветную, вот эту смальт, или как называется, мозаика выкладывали. Кстати, вот эти цветы, они же на клумбах. Их оттуда сорвали, что ли, сюда положили. Да. Интересные такие скамейки. И вот так вот выложено здесь гранит. Это похоже, да? Да, сегодня будний день. Вот такая вот набережная. Облака. Электричка ЮППК. Как она пищит. Прикольно. Она куда поехала-то? Прямо по Феодосии ездит. Вот такие вот какие-то исторические дома все вдоль набережной. Ну вот дом вверх дном. Грузинская кухня вот. Здесь, а где же здесь старик Кинкалыч был? Интересно. О, здесь эти всякие штучки. А здесь что такое? Куча лампочек всяких. Там вот рыбаки. Рыбаки на каждом пирсе стоят. Целая куча там. Так, ну и что, вот это уже, по сути дела, кончается, да? Набережная. Там пляж идет. Ну как, вот такая вот цивилизованная. Дом вверх дном. Ну и все. Там можно еще дальше пойти. Вот, желание особо. Ну тут снаружи. Святойский музей древности. Вот сколько всяких разных древностей здесь. Это, видать, все при раскопках было найдено. Вот они, древности. Какие-то вот закладные плиты, потом эти надгробные, что ли. Вот такого плана. Части колонн, а это вот лев, что ли, такое. Скульптурное изображение льва Фанагория, 3-1 век до нашей эры. Ну, черта себе, какой он был, оказывается, а? Лев. Интересно. Вот сколько этих древностей здесь. Интересно, конечно, да, походить так. Если ни разу не видели, то можно, в принципе, сходить, глянуть. Билетик 320 для взрослых. Пушки здесь какие-то. Торпеда авиационная. И вон там тоже часть еще плит каких-то древних. Тут сели. Йети быстро вкусно. Комбинат быстрого питания, типа Макдональдс. Такие вот фигушки. Так вот все здесь выглядит. Ну что, вот Grand Astoria Hotel. Гостиница Astoria. Вот там чай, кофе, какао. Гранд Кафе Деникин. Ух ты, это же какой-то белогвардеец отель. Тут, видать, самое топовое место такое, как бы. И вот здесь вот ЖД вокзал. Там в таком каком-то древнем стиле с колоннами. Смотрите, да? Выполнен. Что еще здесь есть? Домик вот этот прикольный такой. Так вот его побелили, да, покрасили. Такой ретро-вариант. Музычка играет. Магия камня. Вот там
всякие камушки. Видать, продают. Ух, там сколько, а, все блестит. Так, что еще хорошего? Здесь стенды. Да, стенды с чем? Какая-то информация. Интересная информация. Читать надо, стоять. А здесь столбик с афишами. Александр Вертинский. Ух ты. Чехов. И вот здесь вот Феодосийский городской дом культуры, а также заслуженный народный театр Беляновой. Ну, у них там спектакли даже идут. Обалдеть. Ну что же. Вот еще какое-то здание. Тоже с колоннами античными. А здесь вот это вот, я так понимаю, 2550. Это нолик, да? Феодосия. Феодосии 2550 лет. Видать, это все тут светится. Тут лампочки я вижу. Ну, это вокзал уже, да. Вот сколько кошек там-то. Ё-моё. Что она делает? Смотрит. Раз, два, три, четыре. Вот это самая здоровая кошка. Вот эти поменьше. Те куда-то сиганули на дерево, что ли. Но это еще не все. Тут рядом со мной вот одна сидит. Кошка. И вот здесь вот. Вот этот экземпляр. Ну что расскажешь зрителям канала? М? Что расскажешь? Давай, скажи что-нибудь. Что расскажешь зрителям канала? Как твое настроение? Как погода? Говори давай. Я с кем разговариваю-то? Ты хоть посмотри на меня-то, ё-моё. Не хочет. А ты чё тут пришла? Чё пришла? Думаешь, мне что-нибудь вкусненькое есть? Рыбка или кошачий корм? М? Ну что вы тут ходите все? Трётесь обо мне, об меня. Вот такое царство кошачье Феодосии. Вот звенит. Сейчас поезд поедет. Вот это сигнализирует штуковина. Улица Галерейная. Ну тут какие-то даже киоски есть. Что-то продают. Немножко вот. Какие-то, что это такое? Сувениры какие-то. Что-то такое, это ручное все. Кошки, крысы. Вот здесь фонтан. Смотрите, Айвазовского нарисовали. Какой он большой. Балкон вот такой вот красивый. И здесь это что такое? Идите прямо. У меня навигатор включен. Памятник влюбленных. До конца маршрута 50 метров. А, это дом-музей Грина. Там мне говорит. Фонтан работает, кстати. Я до сих пор написано. Прикольно они изобразили. Под зонтиком вот так вот они стоят. На шаре глобус земной. Вот так вот. Если повернуть в сторону вот этого фонтана, Крымский дворик. Косметика, сувениры. Здесь вот такая для фотосессии Феодосия.
И вот тут музей Грина. Смотрите, парусник. Он здесь жил. Видать, поэтому арабская и грузинская кухня. Вот смотрите, тут такой вот памятник. Работает он? Нет, по-моему, уже выключили его. Пришли. Касса музея. Грин, современность. Работает, нет. Вот так вот тут прикольно ходить. Какое-то вот это здание. Невысокое, не давящее. Что-то здесь. А, вот здесь видать, да? Его непосредственно музей. Да, похоже на это. Работает ли он? Вопрос. До скольки? Литературно-мемориальный музей. Касса. До скольки они работают? Взрослые 220, дети 100 рублей. Так, и до скольки она работает, непонятно. С аудиогидом, что-то такого плана. Такая дверька передняя. И тут вот музей Грина до 17 часов. А сейчас время 4:43. Опоздали, что ли, уже? Сейчас узнаем. Здесь столовая по-домашнему. Вот это вот. Так, короче, до 5 часов работает музей. А сейчас без 15, поэтому он закрыт. Без 15. Без 15:05 до 5 часов работает. Улочка с магазинами. Магазины. Так все выглядит. Здесь почта Крыма. Почтовые ящики. Вот можно отправить открытку поздравительную на Новый год или еще какой-нибудь праздник. Какая-то улица здесь. Магазин там за пивком. Очень хорошее название. Вот эта улочка продолжается. Здесь хрущевочки с этой стороны. Такие вот тополя. Такого особо интересного ничего здесь нет. Машин тоже много понаставлено вдоль обочин. Ну вот, улица Гагарина. И вышли еще на одну улицу. Довольно тут интенсивное движение, я посмотрю. Вон, какое панно на стене нарисовано. Генуэзская крепость. Короче, 1300 какой-то год. Вот еще одна. Одна у нас в Судаке, вторая вот, пожалуйста, в Феодосии. Вот туда там храмы древние, армянские. Здесь вот такой проход. Я же туда поднимался, но там ничего интересного нет. Это пролом какой-то, что ли? Давайте прогуляемся немножко вдоль этой древней стены. Ну, такая вот тропочка. Можно вот так вот прогуляться здесь. Развалины древние. Наверное, когда-то их восстанавливали. Вот так оно прикольно. Вот так. Туда, наверное, можно, слушайте, зайти. Сейчас попробую. Ух. И, короче, вот такая расщелина здесь. Оба. Что-то такое вообще. Ну, тут можно, в принципе, пролезть. Какие-то камни, если мы туда не полезем. Нафиг не надо это. О, то можно вот на стену вот так вот всю эту посмотреть. Туда она идет. Вот она. Так, Генуэзская крепость. Так вот она выглядит. Ну, время сейчас 7 часов. Начало 6. Вот такая тут темень уже. Уже на солнце тянет. Освещение что-то совсем слабое. Практически нету освещения. Здесь парк какой-то. И вот тут ходят автобусы по этой улице. Ну и что еще?
тут снимать. Уже темнота, особо ничего интересного нет. Сейчас мы проедем обратно в Коктебель.